Одна минута смеха продлевает жизнь примерно на 5 минут. Это утверждение уже неоднократно доказывали ученые разных стран мира. Смех заряжает человека энергией и поднимает настроение. Кроме того, ученые утверждают, что хохот приводит в движение около 80 мышц. В нашей новой рубрике «Новости сети» собраны самые популярные видео по версии интернет-пользователей. Сеанс смехотерапии подготовила Мария Демидова. И первый ролик посвящается всем счастливцам, которые знают толк в здоровом питании. Удивительно, как в этом видео удалось точно передать состояние граждан России в новогодние каникулы. Конечно, без смеха и розыгрышей в хорошем браке никак не обойтись. Но иногда чувство юмора главы семейства может дать серьезную трещину в семейном благополучии. Особенно, когда это касается детей. Here we go. Oh my God. Go. Go. Holy crap. Holy crap. А вот автору этого ролика выпала необыкновенная возможность стать свидетелем совершенно потрясающего природного зрелища. Вау! Уии! Fantastic. Продолжая тему розыгрышей. Если вы хотите снять самое популярное и шокирующее видео, то вам понадобится собака, немного фантазий, темное время суток и будьте уверены, никто легким испугом точно не отделается. А вот сердечным приступом – да. Ну и, конечно же, мы не могли оставить без внимания видео с домашними любимцами. Встречайте, самый нежный кот в мире!